Совсем скоро всех студентов ожидает сессия. Я думаю, каждый хотел бы узнать, как получить автоматы по всем экзаменам. Сегодня мы попробуем выяснить этот секрет. Что нужно делать, чтобы получить автоматы по всем экзаменам? Ну, ходить на пары. Харизма. Она очень много играет. Нужно строить красивые глазки. Покажите, как. Помолиться. Да невозможно получить. У нас нету автомата вообще. Не знаю, у меня ни одного автомата. Еще меня отправили на доп-сессию. Ну, в первую очередь необходимо посещать все лекции, практические занятия, усердно трудиться, как бы впитывать все знания. Ну, научиться хорошо списывать. Очень трудно, но придется посещать все занятия. Автоматы по экзаменам хрен получишь. Хорошо учиться. Ну, я на камеру такое не скажу. Ну, может быть, подлизываться к преподавателям. А как? Вы меня смущаете. Говорить часто комплименты преподавателям. Наподобие каких? Вы очень красивая. Ну что ж, мы поняли, что для получения автомата нужно учиться. Интересные выводы, конечно. Это был соцвопрос с Лией Гизатовой, Олегом Кульбарисовым. Всем пока.